По пути Самуда племя, это проклятое племя, уничтоженное Аллахом. И пророк сказал, даже не смотрите в сторону этих селений. Там воды взяли, он сказал, вылить воду, выкинуть всю еду, которая тесто было замешано. Он запретил в сторону смотреть даже проклятых, проклятых Богом. Для чего же это все? По пути Самуда племя, их деревня там стояла. Тяжко их проклятие бремя, тысяч хоть прошло немало, лет с поры той на земле. Да напомнить нужно мне, не смотреть, не есть, не пить, то проклятие обходить. Те с Салихом враждовали, пророком своим. И проклятие нашли против Мухаммада шли, непочтением оскорбляли. Как же нам на них смотреть, есть и пить, и не болеть? Они за то, что с Салихом пророком враждовали, Аллах проклял. И пророк запретил даже смотреть в сторону их домов. А те, которые сейчас то же самое нашему пророку делают, на них что ли можно смотреть? Есть и пить.